Низкий до земли поклон вам, ветераны Великой Отечественной войны. За ваше мужество, бесстрашие, за веру в победу, за мое счастливое детство, за то, что рядом со мной друзья. Слова честные, открытые, письма писали в стихах, рисовали открытки, рассказывали в своих посланиях о том, что они сегодня знают о войне, о родственниках, защищавших Родину. Писали о себе и своих друзьях, выражали благодарность ветеранам за совершенный подвиг. Мы пишем письма дорогим нашим ветеранам, чтобы, так сказать, сделать им приятное от нашего коллектива, вообще от детей, чтобы они знали, что о них помнят и, естественно, знают, что они сделали великий подвиг для нас. Возможность написать письмо появилась благодаря акции «Письмо ветерану», задача которой – вспомнить о подвиге героев, а дожившим до наших дней ветеранам помочь найти своих однополчан и друзей. До 9 мая все желающие могут принять участие в проекте. Силами издательского центра «Марка» совместно с сочинским главпочтамтом каждое письмо будет вручено ветеранам и участникам войны. Мы видим вот то вот чувство патриотизма в ребятах, в глазах, вот в горящих детских, которые к нам приходят. То есть это благодарность в первую очередь, да, это то, что мы должны помнить и передавать всем нашим детям, как бы, чтобы они знали, какой ценой нам досталась эта победа, сколько человеческих жизней мы потеряли. Свои письма ребята писали на бумажных листках, которые складывали треугольниками. Порядка 300 писем уже переданы в почтовое отделение и вскоре отправятся по адресам. Рената Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.